Здравствуйте, дорогие читатели! Почта Деда Мауза. За синим-синим лесом, за дальней чаще, и у огромных елей, сказочных берез, висит почтовый ящик. От дыня блестящий написано на ящике «Дед Мороз». У Дедушки Мороза немало дел серьезных. Он чудеса готовит, которых мы так ждем, пока мы в сказку верим. В его волшебным теем летит письмо на сервис с почтовым снегирем. Писем целые мешки носит под березу. Надеюсь, дедушке Маузу. У меня много желаний на Новый год. Подай-ка. Я буду писать письмо дедушке Маузу. В тот почтовый ящик. Вот этот игрушечный почтовый ящик. Здравствуй, дедушка Мауз. Меня зовут Дарина. Мне 4 года. В году я была послушна, слушалась мамы. Я в этом году научилась читать, научилась кататься на коньках. В этом году у меня появился свой канал Данами. Я выучила все нотки. Играть на фортепиано. Я научилась набирать деток в детском садике. Я научилась не трогать мамин фотик, потому что у меня есть свой фотик. Я научилась рисовать картины. Я тут лишь на картины посмотрела. У меня так шмыгнуло в мозгах. Я написала. Я скоро научусь. Вязать, пошивать пуговицы и все прочее. Выступать на сцене. Еще я научусь прыгать на скакалке на одной ноге. Я скоро научусь на коньках. Делать цирюль. Пистолетик. Я люблю ходить на музыку. Встречаться со своими друзьями. Учиться подарок не один, а много. Ой, у меня здесь 2 линейки осталось. Можно я еще доделю, сколько-то там линейчик, чтобы написать свои подарки. Я хочу такую корзинку. Правда, она тяжелая, у подушки есть, но мы там еле-еле таскали. Еще мне хочется костюм до фигурного катания, чемоданчик до коньков. Ты бы дала! Куклу. Много конфет. Письмо написано. Из Украины. Уже написали письма. Нет, не все. Написывайте письма. Пусть ваши желания исполняются. С Новым годом! С Новым годом, ребята! Пока! Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.